Всем привет! Я опять намылился на аптечку, собрал на продажу немножко растений. Здесь у меня спиральная валеснерия, несколько пучков обычной валеснерии и такая криптокарина. Ее, насколько я знаю, берут хорошо. Кроме того, я хочу вынести второй помет своих пеликов. Их у меня было всего 12 штук. И красных меченосцев, у которых не родила зеленая самка. Их здесь всего 9. Одну красную самочку я себе оставил, чтобы посмотреть, какие детки от нее будут. Вот такие дела. В общем, рыбку и растения я сдал, а в освободившийся кубик пересадил третий помет пеликов и красненьких меченосцев с гупешками. Гупешки, кстати, подросли, им сейчас 4 недели, но они уже определяются по полу. Раньше у меня никогда так не выходило подрастить гупех, потому что, наверное, они жили у меня на сухом корме в детстве. Не было ни артемий, ни аулофоросов никаких. И поэтому я сейчас удивлен. Вот такие у меня дела. Всем спасибо.